25 августа на Ореховой горке состоялось одно из самых долгожданных мероприятий этого летнего сезона – «Семейный день». Более 1000 норвитян и гостей города принимали активное участие в разнообразных приключениях и соревнованиях. Организаторы семейного дня, команда Нарвалина Арендус, предложила норвитянам и гостям города различные спортивные и приключенческие развлечения. Самым привлекательным событием активного семейного дня стала, конечно же, уже полюбившаяся норвитянам приключенческая тропа Фартако. Приключенческая трасса Фартако – это комплекс веревочных трасс между деревьями, низких от земли для детей и более высоких для взрослых. Также у гостей праздника была уникальная возможность опробовать свои навыки скалолазания и почувствовать свободный полет на спуске зип-лайн. Это действительно грандиозный праздник, потому что это, наверное, самое главное мероприятие, которое проводится на Ореховой горке, на спортивном объекте, как раз для всей семьи. То есть вот в этот день мы привозим единственный раз в год приключенческий парк Фартако, который оплачивает фирма, и он действительно стоит с 11 часов до 4 целый день. Помимо спортивных мероприятий, каждый гость праздника смог найти себе занятие по душе. В рамках семейного дня департамент полиции и погранохраны для всех желающих открыл палатку молодежной полиции, где любой желающий смог получить ответы на интересующие его вопросы. Мы сегодня информировали людей, посещающих мероприятие сегодняшним, о безопасности на дорогах. Также давали много информации о велосипедах, как нужно ездить, что обязательно нужно иметь, при том, как мы ездим на велосипедах. От департамента полиции и погранохраны мы пожелаем всем школьникам хорошего начала учебного года. Также будьте внимательны на дорогах. Для желающих посоревноваться были проведены командные игры «Лазертаг». Для маленьких участников праздника работал мини-зоопарк. Помимо всего вышеперечисленного, на территории Ореховой горки были установлены батуты, проводились спортивные соревнования и конкурсы. В течение всего дня со сцены гостей праздника развлекали танцевальные и вокальные коллективы «Нарвы». Гости праздника пребывали в замечательном настроении. Да, надо почаще, потому что мы с семьей редко встречаемся. Именно собираемся вместе, а сейчас пришли все на праздник. Передаю всем привет из Велонарвы, те, кто не участвовали с нами, заезд очень зря. Также в рамках праздника состоялся традиционный розыгрыш призов и подарков, был дан старт велопробегу по территории Ореховой горки, состоялось спортивное ориентирование, также открыли аллею Фартако и многое другое. Команда ЕСН ТВ принимала активное участие в семейном дне. Мы проводим мероприятия не только в Саламее, но и в Ихве, в Кохлоярве, в Нарве. Сегодня на данном мероприятии мы освещали данное мероприятие, мы занимались, делаем репортаж, делаем фотографии и также отвечаем за техническую часть музыкального концерта. Следите за информацией на странице Facebook Нарвалина Арендус, ставьте лайки, увидимся на празднике.